политику. Итак, водка в пол. Кастрюляка такая громадная. Это мы, это девчонки про политику. Про политику в Донецк, что это, Днепропетровск. Меня это не интересует. Моя родина здесь. Я гражданка США. Итак, ладно. Тони вот весь занимается в игрушках. Это Happy birthday, Тони. Мы с опозданием немножечко. Ну, что делать? Я не поехала на день рождения. Уже сегодня мы это... Сейчас будем пить водку на день рождения Тони. Сейчас будем... Да? Будем пить водку? И есть... А, вы уже пьете? И моего мужа спаивают. Ничего себе у вас, однако. Так, ладно, пошли переворачивать. Blue Moon, голубая луна. Голубая луна, голубая луна. Водку пить не буду. Пошли, Оксана, пошли покажи свою новую машину. Итак, пусть жарится. Масло долила. Пошли скорее, а то 6 минут осталось на камере. Скорее, побежали. Побежали, скорее, сейчас это, сейчас закончится наша. Мужчины пили. Итак, пошли смотреть. Вот Оксана купила новую машину. У нас какой год это? 2013 год. Как она называется? Chevrolet Cruze. Вон сколько этих. Да, это мы пока вот по дороге. Ага, пока доехали. Красивая. Сколько она стоит? Она стоит 14. Она всего это... лишь? Да. 14 тысяч. Такая красавица. Да. На вьёшках. Боже, здесь даже навигационной системы нет. Вот так через Bluetooth телефон идет. Боже, какая красавица. Угу. Ой, какая красивая машина. Навороты. Так, дай бог этой машинке, чтобы она ездила, радовала хозяйку. Да, вот у нас Тошка пока. Ага, Тошка пока у нас. Вот она такая. Вот она такая красотулечка. Вот так вот сам себе открылся. Еще сам... номер, вот такой номера нет, еще я жду. Ага. Красавица какая. Ну, поздравляю еще раз. Не вижу повода не выпить. Вот тебе и повод. А то мы ехали, думали, что же нам это? А потом вспомнили, что у Тони день рождения можно справить. Передним числом, даже не задним. Ну вот, то есть вперед. Да. Классная машинка. Молодец, умничка. Цвет такой красивый. Супер. А потом у нее ты оставляешь, и у нее сами гаснут. Да, да, да. Угу. Все, ну, отлично. Да. Так, слушаться маму. Слушаться маму. Чтоб колеса работали, чтоб мотор работал. Колеса, чтоб сильно не стирались. И чтобы бензина много не ела, чтобы мамку не вводила в растраты. Сколько, на сколько? 30. Ого. Да, как-то 30-32. Ого. Мы так замечали, что 28. Я вот только надо уточнить, где. У меня 15 на галлон. Ой, не-не-не. И вот разлетались тут. И они тут разлетались. Настроение вообще отвал башки. Все, пошли пивка. Пивка для рывка. И пошли кушать. Что говорит, это говорит, тут он смотрит на картинку, а дома он вообще без картинок все это делает. То есть ребенку вообще не нужна никакая инструкция. Он живет без инструкции, несмотря на то, что он американец. Да, Таняшкин? Ты даже можешь стать президентом США. А президентом США может стать только человек, родившийся на территории США. Так что вот, ждем тебя. Будущий президент. Господин президент. Happy birthday to you. Тони, когда у тебя день рождения? Скажи мне, пожалуйста. Какого числа? Тони, скажи, вот прицепились ко мне, девки эти. Я честно забыла, я своего-то не помню, дня рождения. Знаю, или, короче, где? Хочу. Нет, это в Walmart. Ага, в Walmart. Я тоже такого хочу, я никогда не нападаю. Он вот такой вот красивенький, он сам себе, да. $5 стоит, он сам себе меняет краски. Да. И он, а когда как темно... Ты просто его сними, и это. Да, в Walmart, ага. А там еще один, это другой. Я хочу, чтобы я на футболочке валяла. Окей. Так, пошли мы в ресторан. У нас свой ресторан итальянский. Мы тут его называем, это место итальянским рестораном. Вот у нас уже все на столе стоит. Сейчас Дуглас нам зажгет какой-то свет или какие-то свечки нам. Сделай нам романтик. Please. Как, я говорю, я вообще в это время никогда не ем. Алла говорит, а еще 6 нету. Или есть. А уже начало 9-го. Где-то нету. Ну да, у нас еще. То есть мы отвели часы назад и можем себе позволить. А мы можем это. Боже, как вкусно. Я еще чеснока хватило целую в рот засунула. Целую.
большой кусок. Вкусняшка. Машунка, иди сюда, моя пицца. Ну, это окей. Thank you, madam. Нельзя, потому что у него горлышко. Нельзя что? У него температура, поэтому водку нельзя. Быстро холодная. Тони, сказали тебе водку нельзя на холодную. На холодную. У нас такой стол на скорую руку даже. Ну, понятно, какие там заняты скатерти, когда так все вкусно. Honey, could you please sing us Italian song? Please. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-dum. Con il mare come velo spira tanto sadamanto come tu le ci ha racinto che me posso conoscere mon ami di uir non torne da dirance. Ok, that's enough. No! Oh my God. Bravo! No! Бутылка стоит 8,99, нифига себе. Вообще, я даже цену на спиртное вообще не знаю. Цены хорошие на спиртное. Да? Просто сравнивать с Европой. Да. Намного дешевле. А с Россией, с Украиной? Так это же стеклянная бутылка. Ты чего? А что, есть водка не в стеклянной бутылке? Да. Есть еще пластиковая. Да ты что? Sam's Club есть большие вот такие. Папа ничего не ел, он не голодный. Давай, а то не дам эти сладкие. А нам и не надо сладкое. Не дам вот эти твои. А нам и не надо сладкое, да? Он знает, да? Ларек, это вот то, что мы ели в машине? Да нет. Ларек, это вот эти вот. Вон на лайфапсе. Желтые вот эти. А там же у нас еще желе есть, не привезли. А кто будет есть желе? Ну вот там желе, которого по желе. Надо попрыгать. Желешку будешь? Эй, желе будешь? А? Желе будешь? Цепляются ко мне куры всякие. Мама, хочу сесть на салфетке. Не буду. У нас нет слова нет. Что это такое? Ну, шу-шу, а кто грец не доел? Я, это мое. Что значит не доел? Я положила, пока тут занято. А то сейчас уже кто-то это цапнет. Ты же знаешь. В большой семье. Я вот тоже не оставляю. Я же далеко не положила. Я положила рядышком. Ну, такая вкуснятина, ты шо? Так, ладно. Вот это я имела в виду. Люк, тебе со всех сторон надо. И жующую тоже показать. Все правильно. Ну правильно, чтобы знали. Да. Кушает мало. Кушает мало. Прошу, я ничего не расходов никаких, ничего не получается. Одно зернышко, одно маленькое зернышко в день. Ага, за год это будет 365 зернышек. Вот это да. Я-то самого главного не заметила. Оказывается, вот тут в открытке есть вот такое вот отделение. И в этом отделении еще одно письмо для меня. Вот это да! Тони, I love you too. Спасибо большое. Thank you very much. Ты мой золотой ребеночек. Что вы там, девочки, делаете? А что вы там, девочки, делаете? Она тут себе игрушку новую. Готова? Да, готова. Нажимай. Показываю подарки. От кого? От Ксюши. Вот маленький такой, красивенький у нас. У нас еще большой стоит. Наверное, уже, наверное, лет 8 стоит у нас. Такой маленький, красивенький. А вот это что ты говорила на картине? Это тут камни, как они? Это янтарь. Это же балтийский янтарь. А, янтарь, ага. Она с янтаря сделана, да. Как красиво. И тоже это у нас тоже оттуда. А это, скажи опять, страну забыла. Это Латвия, да. А, это Латвия? Ага, это все с Латвии. Это мой город, где у меня родители. А я думала, что это... Я ж... Ну ладно. Из Ирландии. Оно такое интересное. Вот только что оно было розовым, оно тут же меняет цвет. Вот оно пошло синим теперь. А скажи, пожалуйста, что это за камень такой? Как он назывался? А я не помню. Это ирландский мутка. Не мут, подожди, не мут. Там не мут было. Нет? Там был Magic Stone, вот. Это магический камень какой-то. Аллочка, иди покажи свой.
А ну, поставь сюда свой тоже. Он тоже меняет, да, у тебя цвет? Да, да. Вот видишь, у меня сирень, ага, вот угу. У меня такой. А был розовый только что. Был зеленый. И у меня сиреневый. И зеленый. А у тебя, видишь, зеленоватый. У тебя такой морской волны какой-то этот цвет. А только у меня сиреневый. Вот он был красный на тебя. Да, он был, да, он был. Нет, красным он не бывает, он бывает желто-оранжевый. Да, да, да. Ой, тут у тебя зелененький, какой красивый. Тепленькая пошла. Тепленькая пошла. Хочет Криски Машлу. Маш, Машмалу. Ты же девочка. Как ты будешь водку пить? Ты же девочка. А что, девочка? Ну скажи, ну что? Цвет уже другой. А покажи свое колечко. Нет, у меня сиреневое еще. Потому что ветер, потому что темно. Не, ну что, голубой. Вот у меня он синий не был. Я маршмеллоу ем. Наелась картошкой. Слупили три девчонки в такую кастрюлю, как сковородку картошки на ночь. Я еще голодная.